Сегодня ровно в полдень с выстрела на Петропавловской крепости Санкт-Петербурга стартовал автопробег от Балтики до Арктики. В нем принимают участие журналисты российской газеты и БНК. Участники экспедиции, как утверждают организаторы, на пути исследования будут досконально изучать малоизвестные памятники культуры, архитектуры и природы, собирать интересные факты и рассказывать истории из глубинки. Самые яркие моменты фиксируют и на месте придает в прямой эфир известный в Коми шоумен Константин Басков. Вот как это было на старте. Мы заезжаем в Петропавловскую крепость. Вот вся наша экспедиция. Ну, нас смотрит пока один человек, это уже хорошо. Колонна из 4 внедорожников преодолеет 6 тысяч километров. Первая остановка в городе Тихвин Ленинградской области. Завтра Вологда и Тотьма. Конечная точка Пустозерск. Это Нао. Заметим, важную этнографическую особенность маршрут совпадает с почтовой дорогой Архангельского тракта. Она была построена в 18 веке и связывала Вологду с уездными центрами.